Здорово, народ, вы на канале Арти, у нас типа а-ля экстренное включение, но тут неожиданно появился видос с реворком Локи, то есть с реворком его ультимативной способности и двойки. В общем, я вам сейчас это видео покажу, оригинал видео будет, если что, в описании, ну и свое видение тоже расскажу в видосе, наверное, и хотелось бы от вас услышать, ждали ли вы такого реворка для Локи или чего-то большего. Погнали смотреть. Так, что в первую очередь бросается в глаза? На самом деле это не полноценный реворк Локи, то есть не полная его переделка. Он все так же выглядит, как наш старый Локи, бегает так же, двигается так же, в Invis уходит так же, хотя Хайрезы когда-то говорили о том, что они хотят сделать Invis ему такой, что первое мгновение после входа в Invis он будет видимый. Он будет видимый, и это был бы существенный нерв, как по мне, для Локи. И его инвиз потерял бы такую актуальность, как сейчас. Он был бы гораздо слабее в этом смысле. Но, судя по этому видео, а это видео именно с ПТС сервера, я не знаю, как человек туда попал. Оригинал видео, кстати, будет в описании, если что. Я не знаю, как человек попал именно на этого Локи и доступен ли Локи в таком виде сейчас на ПТС. Я, к сожалению, не знаю, я ПТСом не пользуюсь. Но начнем опять-таки с инвиза. Инвиз у него в итоге не изменился. Инвиз такой, как есть, и это хорошо. Это первая и хорошая новость по поводу Локи. Есть забавное изменение его второй способности. Выглядит она совсем по-другому, анимация совсем другая. Говорить о том, что у нее какой-то новый эффект будет, нет смысла, потому что проверить этот человек почему-то не попробовал, ну, либо не было такой возможности, либо что там проверять. Но, насколько мы видим, он висит меньше, и да, он не висит теперь в воздухе. Он просто стоит на коленках и что-то кричит. Выглядит это, ну, как-то странно. Далее есть третья способность, вот она как раз таки выглядит совсем по-другому, не как баф сейчас, баф оружия, она выглядит очень странно, но, опять-таки, скорее всего, и человек на видео это замечает, то что, скорее всего, это баг анимация, потому что способность, судя по ПТСу, урон не наносит в этот момент, когда он пытается это сделать, то есть это не новая атакующая способность, это, скорее всего, новая анимация именно тройки, третьей способности, но просто забаганная. В чем же суть вообще в целом этого видео? Получается, то что Хайреза нам, ну, грубо говоря, не соврали. И действительно, реворк Локи будет. Скорее всего, в таком виде, в котором он сейчас есть на ПТС. Ну, как думаю я, как думает автор видео. То есть его первую способность трогать не будут. Вторую изменят, скорее всего, только визуально. Третья изменится только визуально. Но и самое интересное, и самое важное в этом видео, это его ультимативная способность. Ультимативная способность работает приблизительно так же, как и на старом Локе. То есть ты направляешь на цель, прыгаешь за спиной и наносишь урон, да? Но при этом, кроме приземления и урона, появилась еще одна анимация. Анимация, которая... Блин, имеет неплохой такой радиус и, скорее всего, наносит также урон, либо даже стан, возможно. Возможно, также имеет массовый стан. То есть теперь ультимативные способности два эффекта. Это нанесение урона плюс еще что-то. Что именно, непонятно, потому что на ПТСе, опять-таки, способность не станет и не наносит урон. А в чем большой, так сказать, ап этой способности? Если раньше Локи, когда промахивался ультой, собственно, на этом все и заканчивалось. То есть ульт работал как? Либо вы его юзаете как эскейп, либо вы его юзаете как атакующую способность. Но при этом, если вы миснули, если вы не попали по врагу, на этом все заканчивалось. Ну, по крайней мере, вашу ультимативную способность. Сейчас же есть возможность даже не попасть, но при этом второй фазой ультимативной способности нанести какой-то вред оппоненту. То есть, опять-таки, либо его застанить, либо его задамажить. Способность АОЕ, судя по радиусу, судя по конусу. И вторая фаза довольно-таки интересна. При этом она еще имеет возможность развернуться. То есть, ты можешь управлять ей, когда приземляешься. Ты можешь резко повернуть камеру и ударить совсем в другую сторону. Что тоже, на самом деле, крайне-крайне интересно. В остальном же описание на ПТС сервере скиллов не изменилось, поэтому понять какие-то механики тоже не удалось. Но видео меня заинтересовало.
Первый раз, когда я его посмотрел, было не очень интересно. Второй раз я увидел ульт, и, блин, ну это ап. Это большой-большой апгрейд Локи на самом деле. Если они это сделают в ближайшее время, будет достаточно интересно на нем играть. Ну и в целом, собственно, это такое короткое видео. Я хотел разобрать это видео, я хотел увидеть этого Локи и показать его вам. Поэтому я надеюсь, вы что-то напишите в конце видео, напишите свои мысли, напишите какие-то комментарии, поставите лайки. И обязательно, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Мне осталось всего ничего до 6000, я очень хочу добить, а следующая цифра уже мы будем идти к 10000. Также не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте. Там сейчас проходит розыгрыш скина на Морриган из последнего патча. И в целом каждый новый патч у нас проходит розыгрыши. Поэтому не теряйтесь, ребята, вступайте в мою группу. И спасибо вам за просмотр.